Так, а здесь все как обычно, да? Ну да. Переводи в драйв. Ну, с тормозом, естественно. Там этот, да, понял. Это вот этот драйв, да? Да, это задний. Вон у тебя там D1, видишь, говорит. Значит, драйв. Можешь спорт сразу. Не, не надо, зачем? Нахрен мне спорт. А спорт это который, вот это что ли? Спорт это вот так еще раз сделать. А. Видишь, заурчал. Не, не надо, не надо. Ну давай. Все? Да, ну, можно ехать? Давай, газу. Ух ты, бляха, нифига себе, обалдеть. Просто самолет летит. Жалко, некуда взлетать. Черт возьми. Вот эта тачка, блин. Ну как? Слушай, я даже, Санька, если честно, не при... Можно чуть пониже рулить? Да, 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 там есть регулировка. Да, мы его, да, зажимаем. Все, нашел. Вообще, слушай, это просто бесподобно, блин. Так все удобно, так все красиво. Класс. Так, значит, тебя из всех моих больше всего, да, по-моему? Не знаю, но у меня почему-то... Нет, у меня этот Land Cruiser тоже это... Ну, Land Cruiser это же этот. Потом Infiniti тоже это было. Так, а X6M? А вот что-то не знаю, вот я ее почему-то не вспомнил. А Porsche? Ну, Porsche там вообще такая игрушечка красивая. Ну, видишь, это у меня же машина мечты была. Porsche? Нет, Audi вот это. А, вот этого? Я просто к ней, да, все никак не мог прийти. Ты говоришь, она тебе больше всех, да, понравилась? Ну, вот, вот понимаешь, как-то, я не знаю, почему это самое, она как-то мне так... Ну, знаешь, может быть, это из-за того, что это последнее впечатление. Там-то, например, я ее не знал, я ей, как бы, мне ничего, она не нравилась, не могла нравиться, потому что я ее не знал. Это про какую? Ну, вот, ну, была там Infiniti, да, то есть, когда вот я там прокатились мы тогда, там тоже такой сарай, такой вагон, то есть, так все было это. А вот про этого, про этот, как его, крузер, да, то есть, как-то он мне понравился вот таким сытым урчанием своим. О! О! Вот это машина! А тормоза, смотри. Блин, вообще. Керамика. Так тормоза вообще, блин. Я же чуть-чуть торможу даже, ну, слегонца только. Просто летит, блин, вот это да. Не, ну тут, конечно, машина такая. Ну сейчас сухо вот будет, а как думаешь, что будет, когда будет 800 сил здесь? Так сейчас 560. Саш, вот я, для меня вот это то, что сейчас есть, да, то есть это как бы, блин, больше, чем достаточно. А потом прокатишься, когда 800? Конечно, прокачусь. Только знаешь, где-нибудь в это... По прямой? Ну хотя бы, чтобы это там, километр... Ну сейчас вот высохнет, видишь, это говно все. Не, класс, класс, все там... Тут интерьер. Я почему-то... Вот был это BMW X6, я не помню, как внутри было. Здесь какая-то эстетика такая, ну... Ну, черт ее знает, фиг знает. Не знаю, Санек. Машины, конечно. Как-то... А сиденье-то одно что стоит? Сидишь там это... Прям это, поясницу обхватывает. Все удобно. Не, ну ты что, знаешь, для того, чтобы машину как понравилось полюбить, надо на ней все-таки там съездить и проехаться, там, или вот там неделю, месяц поездить, день хотя бы. А ну, так... видишь, я как бы, ну, ГТР, как бы, тот, который был, там же было 715 сил, ну. Он как бы все равно был, естественно, быстрее пока что, чем вот это шестоковое, ну, как бы. Ну, и что? 560 сил. Но мне вот этих сил уже, как бы, я отвык немножко. Поворачивает ничего, а? С ума сойти. А рулится, видишь, нормально, да? Вообще, да. Там тоже. Обалдеть, блин. С ума сойти, надо же. Сколько хочешь, блин. На такой машине, конечно, блин. Сань, мою бы молодость, такую машину. Мы бы с Рафом прокатились. Сейчас все равно, видишь, на шипах ее, конечно, возят. Короче, понравилось. Слушай, так она, понимаешь, как тебе сказать? Вот, значит, качественная машина, она, ну, не просто там в ней дури дофига, в ней еще тут всего много хорошего. Управляемость, тормозит, она не пробуксовывает нифига.
уравновешенность какая-то, добротность. Классно сделано. Короче, что можешь по итогу сказать? По итогу? Да. Одна из самых это, удачных твоих покупок. По итогу. Ну ты как вообще вот те цифры, то, что если она поедет там 2,7 до 100 потом? Сейчас она едет где-то 4. Вот, вот даже по такому покрытию, вот ты сейчас, скорее всего, ускорялся, это, наверное, где-то 4,2, может, даже 4,3. Ну, я, если честно... А будет 2,7, если два честно, раза быстрее. Я, да, вот дальше ускорение, я даже его боюсь. Потому что что-то как-то это мне... Ты когда ускорялся со мной, я пассажиром сидел, у меня голову откидывало. Я знаю, что при вот определенной скорости в момент ускорения зрение ослабляется. То есть человек может там сознание потерять и ослепнуть, понимаешь? Это как бы так это, на мой взгляд, это такая игрушка-то, ну, впечатляет, впечатляет. Ну вот, то есть, ты понимаешь, да, в два раза, ну, не в два раза, ладно, в полтора раза точно быстрее надо быстрее. Как здесь все сделано мягенько, ёпарас, это бесподобно, бесподобно, маленький. Скошенный вот этот снизу есть, да? Нет, все, здесь все, вот, здесь все так это... С точки зрения, под слово есть такое, эргономика, да? Я когда-то у меня был этот, ты, может быть, даже, нет, ты, наверное, не вспомнишь, Скорпио, Форд Скорпио. Ну, я помню, конечно. Вот, когда, значит, в Скорпио я ездил, был классный автомобиль для меня, сиденье, руль, все. Я в нем 1200-1300 километров в один день проезжал, не уставая. Когда я после Скорпио сел в Крайслер, Крайслер оказался эргономически хуже. А вот у этого эргономика, вот я сейчас вот сижу, да? Ну просто шикарное. Как бы так все влито, вписано. Хотя я свое место не нашел еще пока, если честно. Ну, там же очень много регулировок. Да, я вот сейчас, вот сажусь, да. Вот, например, вот как бы вот мне и так вот удобно. Хотя и хочется и по-другому. Там можно и руль, по вылету, по наклону. Да, по, его вперед ой, можно чуть-чуть вверх, тоже? Вниз. Да, да, можно. Смотри, кстати, ты знаешь, да, сколько? Попробуй, один оборот. Не замечал, что все? А, все уже? Да. Видишь, рейка хорошая. То не, есть, ну я, нет, я подожди, я когда рулил, он мне не показался необычным. Ну необычным. Вот смотри, от упора до упора получается один, сколько? Ну я понял, да. Слушай, так я говорю, когда я это ехал, ну, рулил, мне он не показался, что он это как-то особенный. У меня такое ощущение, что он как обычный руль. Не, ну просто это сделано для управляемости, чтобы ты рулем не крутил, в случае чего в повороты входил легко. Короче, ты этот, да это просто фантастика, не можешь. Но она как бы, смотри, по салону она далеко не самая современная. А это вот, понимаешь, Саш, вот как бы салон, да, вот мне, например, многие вещи, которые здесь есть, если я их не знаю, они мне не нужны. Нет, так. Просто есть сейчас, ну, как бы, если в плане, там, ты говоришь, по дизайну. То нет, есть, дизайн тут шикарный. Тут все устаревшее, на самом деле. Ну и что, здесь шикарный дизайн, тут все вообще, вообще здорово сделано. А тут сейчас... Фантастика. Так вот эта штука меня умилила. Да она... это не, это в Audi давно старая. Ну это вообще фантастика. Тоже, ну вот представляю. Я-то просто что тебе хочу. Я вот как человек, который иногда ремонтирует эти вещи, я знаю, как это не просто реализовать, чтобы он так вот сложился и туда убрался. Там целая эта система механизмов концевых выключателей стоит. Как-то это, когда первый раз туда приехал, они тормозные диски фотографировать, да, пошел? Да, такая тормозные диски там вообще фантастика. Я видел в этих больших машинах, в Мерседесах, там вон, в Инфинити, у тебя тоже были большие тормозные. Но здесь-то вообще... Санек, а ты это самое, когда будет сухо на резине, на такой, на резине, где-нибудь это, меня захвати с собой. Да, там да, самое. И... Просто это... Она же скоро уже на чипе будет. Будет уже 700 с небольшим. Как раз на чипе по сухому прокатишься. И потом 800 сил тоже прокатишься. Да, слушай, управляемость, мощность. Ночное видение, кстати, мы так и знаете, потом. Ну ладно, покажу. Специально покажешь. А это ручечки, это что здесь? Зеркала. А, зеркала. Ну остальное тут поднятие стекла. Память. Это память. Тут света, цвет, свет, освещение, да. А, ты проекцию ты, кстати, видел, да, перед собой? Ну я вон я ее это сам вижу, вон там ноль горит. Ну, ты смотрел, а на скорость пока. Я это самое, если честно, ее не ездил, я ее не обратил, меня не видел. А, почему? Да? Нет, не видел. Я на дорогу смотрел и слушал, как она едет. То есть, а вот, честное слово, вот эту вот, не видел эту проекцию. Ну ладно. Шикарно, шикарно, Саня. Просто шикарная машина.